Телеграм-канал администрации Самары «Вести» с Дворянской сообщает, что участница СВО Юлия Береза поблагодарила губернатора и власти Самарской области за помощь маме. Младший сержант дозвонилась на прямую линию с президентом из ЛНР и попросила Владимира Путина посодействовать в оформлении льгот, предусмотренных участникам СВО. Они нужны женщине в первую очередь для поддержки мамы, которая ждет ее в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров в тот же день связался с матерью Юлии, Татьяной Николаевной, узнал, какие вопросы волнуют женщину, и заверил, что все решит в ближайшее время. Военнослужащая записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за решение ее вопроса. Военный комиссариат Кировского и Красноглинского районов Самары приглашает на военную службу по контракту, сообщает телеграм-канал администрации Кировского района. Служба по контракту – это не просто работа. Военнослужащий по контракту – это профессиональный защитник Родины. Все подробности можно уточнить в комиссариате по адресу улица Елизарова, дом 28, либо по телефону, указанному на экране. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары опубликовал информацию для желающих взять ребенка в семью. Для передачи детей на воспитание требуется обращение в орган опеки по месту жительства с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями, подготовка в школе приемных родителей и получение заключения, постановка на учет в качестве кандидата в усыновители, подбор ребенка, знакомство кандидата с ребенком, оформление документов для усыновления.